Сотрудники администрации Каспийска совместно с представителями общественной палаты города и подрядчиком проинспектировали дворовые и общественные территории, которые благоустраиваются в текущем году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В ходе рейда специалисты провели мониторинг качества уже выполненных работ. Сейчас мы находимся на дворовой территории Орджоникидзе 18, Ленина 11. Здесь практически на 99% завершено все. Осталось только установить малые архитектурные формы и озеленение. Все. На, значит, дворовой территории Ильяшенко 5, Ильяшенко 7, общая дворовая территория, процентов на 70 тоже завершено все. Осталась только въездная группа за асфальтирование въезда и озеленение. Ленина 29, 31. Процентов на 50 уже исполнение. Осталось только заасфальтировать дворовую территорию и благоустроить детскую площадку, спортивную площадку. Во дворах по улице Кирова 64 и 66 также ремонтные работы идут к завершению. Осталось лишь уложить асфальтобетонное покрытие и установить детскую площадку. Отметим, что в рамках выезда помощник главы Арсен Базаев проверил и доступность объектов для комфортного передвижения маломобильных граждан и мам с колясками. Для членка СМА я могу сказать, работа завершена на 70%. А то, что делано, работа, никаких претензий не было. Единственное, было подъезды, чуть в одном подъезде недоступно. А так другие, Ленина 29, работа там не завершена, там делана работа только на 30%. А то, что делали, работа, вот этот тротуар, и все идеально. Нету никаких претензий. А вот этот Ленина 17 тоже, тоже начинающие стадии работа, еще не завершена работа там. А могу сказать, Орджоникидзе 22, работа завершена. Сейчас мною было проверено все, пандусы, подъезд, вот, подъем, детскую площадку, подъезд. И по тротуарам было проверено все, никаких претензий нет, все идеально. По словам Мурада Аликберова, завершение данной программы по благоустройству в текущем году планируется 15 октября.